Конечно, снимать двигатель, блин, не айс. Неудобно. Давай его вот туда. Или давай ближе, Сань, да. Сейчас. Хорош! Не айс его, конечно, пацаны, снимать, блин. На Актросе снимали шестерку V-образную. Вот, блин, что-то показалось, что легче. Как-то тут немцы чуть-чуть заморочились. Ну ничего, мы сейчас все лишнее выкинем. И все у нас будет хорошо. И рама мне, блин, конечно, на Мерседесе какая-то она никакая. Ну ничего. Все надежно. Сколько лет машине, да, а все целое. Там кое-что мы там обнаружили, косячки там небольшие, но мы полечим. Сейчас его уложим как-то. Ну вот. Сейчас выметаем грязь, блин. Сколько тут лишнего всего, мама родная. Будем кусать чуть-чуть. Аля воздух уже весь так завязал для работы нам, чтобы потом раскидывать. Все увязано, все. Уже потом. Ну, а вот тут, конечно. И как раз я этот хорошо, что полез. Там он, провода, изоляция, видите, потом посыпалась. Ну, будем что-то, будем заново. Наверное, еще вымем радиаторы, чтобы уже все это расчехлить, все лишнее выкинуть. И все. Короче, мусора было. Тут все были этими электриками. Все. А мне надо сюда, ну вообще, ну то есть, ни о чем, проводов. Давление масла, да, и температура с этой стороны, ну как и на КамАЗе. Оттуда сетаркер и все, и генератор. А там, блин, ну, АБСов этого всего тут, ну ничего, мы его полечим. Мы его полечим. Сейчас мы его, блин, вымоем, Саня, чтобы уже все было красиво. И будем ее резать. Наверное, будем где-то вот тут его. Ну, еще не знаю. Еще решим. Ну, короче, какой-то процесс у нас не быстрый. Ну, как-то будет. Усилим. Здесь обязательно сильно. То есть манипулятор. Все это будет усиливаться. Дуже-дуже сильно. Так что как-то так. Все. У нас сегодня короткий денек. Ну, сейчас уже вымою. Он что-то я увидел, да? Видите как? Что-то я увидел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что рабыть, да? Годы. Рессора, шат, перегрузы. Хотя я видел этот Мерседес у Виталика, эвакуаторщика Атега, по-моему. Двигатель 4,6 литра. Полная масса 15 тонн. Вот, блин, ну, на этой самой резине 19,5, 4,6 и 15 тонн. Это вот завод, как бы написал, а не я. У меня по техпаспорту 11 тонн, полная масса 200 сил, получается, модель 1120. Самая мощная, вроде бы. Есть тут и кулер, и все, короче, есть. Замотали сейчас. Вымоем. А отсюда лопнуло. И интересно, очень. Сейчас посмотрим. Отсюда целое. Отсюда целое. Ну ничего. Я люблю, когда рама варена. Ох. Еще бы с этим бы совсем бы разобраться. Видите, все, блин, прошло в негодность. Ну, это, блин, минус, но все равно. Сильно много тут намучено. Не хотелось его это все изучать, но, наверное, пройдется нам с Санечкой. Занимаемся. Все, первый этап завершен. Вымыто все. Все, короче, сделано нормально. В сумме есть
нюансы там, ну, все равно все будет резаться. Как-то так моечка разрешает задачи сильно. Вот у меня рама амазовская, нашел я хорошую у хороших людей. Будем ее, короче, внедрять сюда. Она по теории должна четко войти в середину. То есть мессовская как раз выше, а эта должна войти в середину. Один момент, что ее мне маловато, ну не знаю, что там еще есть там всякие вопросы по поводу всего этого. Ну отмыли. Конечно, здесь я всего лишнего дуже много, ну ничего. Победим мы с Виталькой. Я думаю, и с Санечкой. Даже рессоры вон оказались новые. Представляете? Знаете? Сила. Все, пацаны. Первый этап завершен. Ну, конечно, разбирать его, блин, мне не сильно понравилось. Как-то так все, блин, замучено. И вот тут пыльника внизу. Блин, чехлов гора целая. Просто гора. Еле мы их, Саня, блин, зачем так? Ну, этого не будет. У меня все будет ровно и просто. Кто-то до меня заехал. Специалист сильный. Все, всем привет. Мирного неба. А все остальное мы победим.